Вы смотрите канал «Улицы Москвы». Мы в Ярославском районе. И здесь вот между Ярославским шоссе и железнодорожной линией проходит улица Холмогорская, протяженность которой немного менее 500 метров. И вот, кстати, поехали. Вот 903-й магистральный автобус, электробус 789-й. Здесь еще и крупные конечные для наземных маршрутов. И в их числе два электробуса Т-76 и 789, которые здесь делают вот подзарядку. Вот сейчас как раз заряжается Т-76. Раньше ходил троллейбус. Вот от него еще провода тут остались. Ну, понятно, вот в данном микрорайоне нету метро, хотя есть и железнодорожные платформы. Лось и Лосино-Островская. И вот, чтобы доехать до метро, людям надо вот ездить по Ярославскому шоссе на этих автобусах. Они очень частые достаточно. Вот тут, например, а вот сколько электробусов? 5 штук. 6 даже. Но все равно всякое бывает. Бывает, и в пробочку встают. Так, Холмогоры у нас город вот в Архангельской области, который дал название данной улице. Раньше так именовавшийся Малым Мытищинским проездом. Ну а сами Мытищи тут, до них рукой подать, как говорится. Там и совсем скоро МКАД уже будет. То есть это последняя улица перед МКАД. Никаких улиц там дальше нету. За этими домами. А там уже слышен стук колес электропоезда проезжающего. Да, такой узенький район этот вот Ярославский. Но зато достаточно длинный.
Уличный светильник прикрепили на подъезд. А, там вот есть еще этот переход такой под железной дорогой. И есть еще пешеходный переход под железной дорогой, значит. Туда, к улице Стартовая. Где мы, кстати, были, ну, относительно недавно. Уже после всей этой коронавирусной истории. Бывали в Лосино-Островском районе. Интересно, что вот в Лосино-Островском районе нету прямого выхода к парку Лосиный остров. Только через вот этот район Ярославский. Здесь вот параллельно ЖД идет Югорский проезд. Ага, железка выходит из Москвы. Так. Может, увидим сейчас электричку. Здесь у нас красный. Это ж тоже, походу, главный путь, правильно? Говорят, это значит, что поезд, наверное, едет. Взглянем сейчас вот к Ярославке туда-обратно. Ладно, не буду я показывать, на какой свет я прошел, что поезда нету. Все, пока что. Ну вот, переход в этот Лосино-Островский район. Сейчас взглянем сюда. 185-й поехал автобус. Ну а потом прогуляемся по этому Югорскому проезду. Да, что-то поезда там нету долго. А, вон электричка поехала, вот она от Лося поехала. Она просто на Лосе стояла, поэтому... Так, эту там новую платформу сделали. Недавно были